Снова привет-привет всем. Так, рассказываю историю про Мацони. Сейчас я вам только что показывала. Вот оно, Мацони. Здесь оно такое жиденькое. Короче, какое-то такое. Это я забрала еще банку довольно свежую. Там следующая за ней стояла банка. По-моему, даже просроченная, если не ошибаюсь, конечно. Я надеюсь, что с ней все в порядке, с этой Мацони. Так, мороженки свои положила, смотрите. Вот так и не получилось. Я хотела их три, но третья уже просто туда не влазит. Вторая это вон там влезла, вон она вся переломалась, смотрите. Вон, видите, сломалась вся. Третья. Вот сейчас они растают, я буду есть. Но я хочу съесть сегодня три мороженых таких. У меня уже давняя мечта была съесть три, но я хотела третью тоже туда засунуть. Скорее всего, сейчас съем одну, а потом третью туда положу. Ну, не поместились они. Я думала, они поместятся, а они не поместились. Так, про Мацони. Я расскажу, наверное, сейчас быстренько, чтобы ролик не затягивать. Мацони первый раз я попробовала в Сочи. Вот почему-то в Сочи вот он продается, к нам почему-то он не доставляется. Там, конечно, да, Сочи, Самара находится очень-очень далеко, но в Сочи продается продукция Простоквашино. То есть она и у нас продается, и в Сочи продается. То есть до Сочи же она доезжает, а почему-то Мацони до нас не может доехать. И в течение многих-многих лет мы ездили с мужем очень часто на море в Сочи. Вот, и покупала я это Мацони, там прям мы каждый день пили это Мацони, оно просто безумно вкусное, обалденное. И в последний год уже, мы приехали, чтобы забеременеть, чтобы я забеременела. Вот, и я уже знала то, что, скорее всего, мы попадем уже не скоро. Я купила, последний день, да, я купила пачку Мацони, и в поезде ее сумела довести до дома. Закрытую, то есть ее там охлаждало, как-то ее там, хотя была, конечно, стояла жуткая жара, но я ее довезла до дома, вот, в холодильник сразу поставила, и дома стала делать сама Мацони. Уже сама делала, как его делала, я смутно помню, но я думаю, у меня где-то есть записи всего этого, и поэтому я хочу сделать, попробовать вместе с вами, поэтому я купила Мацони вот это, пока на него акция была. 89 рублей. Не знаю, по карточке это было или нет, потому что я открыла в телефоне свою карточку. Она открылась у меня, появился этот штрих-код. И прежде чем мне отдавать, тут она, короче, почему-то я получилось так, что телефон вышел из этой программы. А пароль я не помню. Вот, ну, не знаю, надо по чеку посмотреть, какая сумма там получилась. Наверное, я переплатила. Хотя нет, если он был по скидке, по-моему, скидка на него, скорее всего, была. И вот я купила три мороженки там в Пятерочке. Надо посмотреть, а то будет обидно. Я стою ни туда, ни сюда и смотрю там, введите пароль, введите номер телефона. Я думаю, блин. Думаю, поэтому я не люблю карточки в телефонах, потому что вот так вот раз случится и все. Ни туда, ни сюда. А карточка хотя бы, которая лежит в кошельке, ну, конечно, ее тоже можешь забыть, но, блин, короче, такая вот история. Погуляла я по улице, блин, там так классно, там так тепло, даже жарко в некоторых местах, но сильный ветер. Местами прям очень сильно, прям сдувает с ног. Ну, не настолько, но сдувает. Вот, а когда у тебя еще там килограмм творога лежит в рюкзаке, то, в принципе, не настолько. Прям это сдувает так нормальненько. Я думаю, наверное, мне веса килограмм еще не хватает, чтобы меня перестало сдувать. Ну, когда сдувает, честно, мне нравится, когда меня сдувает. Значит, я стройная, худенькая, значит, все хорошо. Вот. Либо ветер такой сильный просто. Вот. Также я зашла в Fix Price, я там походила. Вот. Больно ничего покупать я там не стала. Надо экономить. У меня на самом деле из фикс-прайса много чего куплено. Я периодически делаю обзоры. То есть они у вас выходят через день. Но как бы они у меня уже до конца мая выставлены. Вот. Ну, заранее. Поэтому я сейчас пока не делаю. И покупать не стала. Думаю, ладно, что. Деньги тратить, они лежат там.
У меня на балконе прохладно, в холодном. Думаю, лучше я потом свеженькое куплю. Вот. Ну и покупать там больно уж нечего. Народу много везде ходит. Некоторые, кстати, без масок ходят. Фикс прайс, прям зашла девчонка с паром, без маски. На нас так смотрят, типа, дураки, что ли? Что они в маске ходят уже лето? Вот, ну, нет, народ пока что-то не особо. Народу, кстати, да, везде полно, ну, много. Ну, нет, не полно, а много. Есть народ. Дома никто не сидит. Вот, так вот. Ладно. Всем спасибо за просмотр, что вы меня посмотрели. Смотрели мой ролик. Стараюсь я для вас. Ладно, всем спасибо за просмотр, да. С вами был канал Артмания. Подписывайтесь, ставьте лайки. И всем пока-пока.